В общем, ребята, что я решил сделать? Пока от вас комментариев дождешься, блин, так рак на горе свистит. Вот, в общем, у меня есть такой паранит. Ну, миллиметровый, наверное. Вот, в общем, сейчас я это все вырезаю. Я думаю, ребят, хуже не будет. Вот, хуже не будет. Сейчас сюда герметиком подраму его. Вот, с одной стороны, с другой стороны не буду. По крайней мере, ближе к раме, чтобы не гнило. Вот, ну и сюда, соответственно, сейчас что-нибудь бахну, может, паранита, просто вырежу кусочки, блин, да и все, блин. И будет четко все, блин, гнить не будет ни хера, блин. Я понимаю, что мы все не вечные, машины тоже не вечные, но, тем не менее, должно быть четко. О, отпечаталось. Так что, ребята, так. Думаю, паранит подложить. В общем, ребята, продолжаю так уродовать интера. В общем, сейчас так одну прокладочку вырезал. Вот так сюда пойдет она. Вот. Сейчас здесь отверстие пробью. И эти полоски сделаю так вот сюда, поставлю на герметике. Кину. В общем, буду мастырить. Так, пошел дырки. Отверстие бахать. В общем, для меня это не составляет никакого труда, ровным счетом 3 минуты делов. В общем, бахнул я отверстия вот такие. Фух, как же жарко, блин, а. В общем, сейчас буду сюда и медиком мазать. Херячить эту срань. Сюда лепить. Болты у меня есть, болты почищены. Вот. Так что только крути, крути и крути. Ребята, потому что тут поры. В общем, вот так я сделал. Вот так вот я сделал, намазал с одной и с другой стороны прокладочку герметиком. Ну, этот кронштейн вообще, наверное, нахрен никогда не снимается. Ну, сейчас буду крутить. Ну вот, ребята, задница полнейшая, блин. Вот считай, машина стоит, блин. Видно, не видно, сейчас тормознусь. Ребята, 35 в тени, блин. Это вообще жопа. Да и чё, там того нету, этого нету. Сейчас вот подушки эти снял, ну, начал ставить, блин. Гайки нет, гайки стоят, шайб нету. Ну как, чё, просто тупо взять гайку, блин, и прикрутить без шайбы, без нихрена, блин. На вот эту пробу крепления, это, которое идет с прорезью, ну, бред какой-то, блин. Надо за шайбами ехать. И вот это вот целый день, блин, то за шайбой, то за... Хотя у самого шайб ведро, но нет таких шайб здоровых, блин. И вот сейчас то туда, то сюда, то туда, то сюда. Сейчас вот то магазин в крепеж. Ну хорошо, хоть недалеко тут у меня. Блин, людей тут уже на море, вон труба, блин. Все купаются, блин, жарища, блин. В общем, вот такая вот фигня. Так что лечу сейчас за гайками, блин. Одну подушку только начал ставить. Я жарю, шайб нету, блин, все. Вон, отдыхающие шарятся туда-сюда, блин, гуляют. Как цыгане, блин. С детворой, блин. Ну правильно, чё. Надо прожариться хорошенечко, блин. Прожариться, отдохнуть. Вот здесь вот домики сдаются. Видите, сколько машин. Не знаю, правда, почему у них тут цены. Так что надо прожариться, пропариться. Потому что зима скоро и опять холодина. Вон, поехали, блин. На хомяках тут. Но сейчас еще уборка не началась. Вот когда уборка начнется, блин, просто будет жопа, ребята, ребально. Вот здесь вот все забито будет хомяками. Вся стоянка, вся забитая, блин. Ну что, людям тоже надо, блин, деньги зарабатывать. Но просто, блин, надо, приезжайте, ну, блин, ведите себя нормально. А то машины на дороге побросают. То еще что-нибудь, блин. В общем, такая канитель. Так, подъезжаю к магазину. Блин, ну будут такие шайбы, не будут, хрен его знает. Вон море, видите? Видно его, не видно, блин. Так, что тут, блин, есть кто? Нет, блядь, открыто еще. О, сегодня суббота, ну сейчас посмотрим. Ребята, в общем, прибарахлился. Набрал таких шайб больших, там всякой маленьких еще. В общем, полоскаю, блин, обратно, блин. Вот. Все катаюсь по району, блин. Время отлетает просто, блин.
Просто ерунда. Кажется, что там делать, блин? Да, герметиком замазать, подушки прикрутить. Да хрен там, блин. Время уходит на всякую ерунду, блин. Все, ребята, вот так. Пока одну подушку прилепил, блин. Пока одну, ребята, прилепил. Подушку-то еще не застыла, все мягкое. В общем, вот так вот. Шайба большая. Надо отверстие чем-то позатыкать, блин. В общем, снизу все прикрутил. Там положил прокладочку. Все герметиком. В общем, все по фэншую, блин. Все красота получается. Мне самому нравится. В общем, смотрите, ребята. Сейчас покажу. Так, что у меня сегодня? Весь день ковыряюсь, блин. В общем, здесь я поставил. Вот, все, уже затянул эту подушку среднюю. Значит, сейчас вставлю задние подушки. Значит, ну вот, чтобы было видно. Видите, вот она, прокладка. Вот, с одной стороны, с другой стороны там герметик намазан. Ну, соответственно, здесь, чтобы вода не попадала изнутри там. В общем, нормально. Ну, тюбик, в общем, тюбик весь ушел. Вот, видите. Сейчас буду подтягивать, затягивать ее. Вот то, что шайбочки я купил. Вот такие шайбочки. Вот они здоровые. Взял их. Вот. Все, они чутко подходят сюда. Вот так ложатся, видите. Вот так раз. И сюда шайбочка два. Вот. Большие, значит, гаечки. Все, я тут смазал. Смазка синяя. Надо будет единственное, что попробовать. Ну, вот эти отверстия надо будет или скотчем там залепить, чтобы вода сюда не попадала. Эти полиэтилен я отрывать не буду. Вот. Полиэтилен отрывать не буду. Пусть полиэтиленом стоит. Как будет возможность, тогда уже когда подсоединять буду. Вот, тогда я уже буду выезжать. Выкатывать, говорю, выезжать. Наверное, уже хочется выезжать. В общем, буду выкатывать их. Раму эту. Ну, пока время было, что? Сейчас. Бафом никак заняться не могу, ребята. Никак бафом вообще не хватает времени. Ну, уже потихонечку так поднакидывается. Нарочи у меня есть, уже можно ставить и нарочи. Вот, можно, в принципе, и колодки подводить. Вот. Ну, кабину буду чистить. Такая себе погодка будет, как сейчас в этот раз. В общем, нормально можно будет ее по-быстрому дунуть и уже как бы выкатывать. Хватит ему уже в гараже тут залипать. Вот, выкатывать эту отрахому, блин, и ставить на нее кабину. Так что, блин, сейчас вот это все надо закручивать, затягивать, все эти подушки, всю эту фигню. Все, ребята, закончил я на сегодняшний день работать. Все поубирал, он тут валялось. В общем, установил я подушки все. Все позатягивал. Скотчем это все позакрывал. Все затянул до усеру. В общем, подставил сюда пенечки. Такие вот, чтобы не садились и подушки не зажамканные стояли. Чтобы стояли в таком нормальном, ненапряженном состоянии. Ну и все, как бы. Пишите комментарии. До новых встреч.